Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби. У нас 16-я миссия. Именно на ней мы закончили. Так что продолжаем. Так, какое там? Вернуться? Да, именно здесь мы с тобой закончили. Так, а ну-ка давай мы с тобой сделаем, наверное, вот таким вот образом. Будем пока выставлять эти орехи голографические. Так, цитрон. Подсоби ко мне здесь маленечко, потому что, видишь, зомбарь идет. Бомбани-ка по нему хорошенько. О, отлично. Так, шипы. Шипы мы, наверное... Тихо, не надо. Бонг-чой, естественно, будем ставить с тобой за орех. Эй, подожди, малыши. Куда разогнались так сильно, а? Так, бонг-чой. Ох, давай сюда поставим. Быстренько орех выставляем. Так, вот этот мне не нравится. Прет и прет, нахрапом идет просто, понимаешь? Слушай, он уже подошел практически вплотную. Мы его сможем, интересно, сразу уничтожить, а? Вот этим выстрелом от цитрона или нет? Да, цитрон очень великолепен. Сам видишь, он его снес с одного удара. А здесь нифига подобного. Здесь ему приходится... Так, погоди, давай вот так вот шипы поставим с тобой здесь. Так, персик пока нам пригодится, его тратить не будем. Этот тоже не нужен здесь. Вот теперь надо применять. Так, сдули. Давай вот... А, я не могу сюда орех поставить, ребята. Тогда вот сюда влепим. Тихо, не надо идти. Блин, ребята, этот чудик, он сейчас будет нам сталкивать, да, все? Он будет нам сталкивать. Поэтому желательно быстрее его завалить. А для этого нам... Ой! Там еще и с флагом идет. Ну? Давай. Он же сейчас толканет. Блин, подожди секунду. Давай вот так вот сделаем. Всех снесли. Отлично. Так, оглушаем. Пока он там на шипах на этих стоит, это очень хорошо. Вот сюда поставим еще бонг-чой. Ай-яй-яй-яй-яй. Не пробивает, ребят, цитрон у нас... Вот эту защиту. Слушай, а если мы вот так вот ульту сделаем, он пробьет, интересно? Блин, мы уже его забомбили. Так, летающие пошли, нет? Нету никак... Ох, тихо, сколько их тут, смотри. Вот теперь летающих сдуваем. Так, берем с тобой листочек. Ох, я даже не знаю, давай вот так вот сделаем. И вот так. Посмотрим, что у нас тут получится. Опять их глушим. Персик, давай, говорю, глуши их всех тут, вырубай. Так, пока не оглушены. Мои цитроны бомбят, но как-то безрезультатно на самом деле. Опять ожили. Но они очень сильные. Это, кстати, последние противники. Мы можем, наверное, с тобой даже вот так вот сделать. Хопа. Ага, минус один. Остается последний. Давай, цитрон, вжарим его. Спасибо большое. Ну что же, одержали мы с тобой здесь победу. Как по мне, так было довольно легко, и это хорошо. И мы с тобой двигаемся на следующий уровень. Что-то нам там много чего собираются пооткрывать. Деньги. Деньги всем. Ну что же, мы с вами перешли на следующий уровень. Так, опять тут Дэйв вызывает Пенни. Пенни с ним тут бубнит. В общем, все нормально, все хорошо. Так, у нас опять с тобой есть определенные поля. Так, это растение у нас, ребят, стреляет за что? Естественно, за солнечную энергию. Ну давай, еще сделаем. Подожди, а солнышки будут сегодня или нет? Эй, хоть что-нибудь будет? Все, отлично. Я уже думал, что-то там зависло. Так, подсолнухи. Давай с тобой выставлять быстренько их. Нам нужно здесь с тобой очень много энергии. Так, у нас есть даже двойной подсолнух. Это не зря, кстати, нам его дали. Видимо,
Видимо, здесь придется очень часто использовать вот это вот растение. Так, попробуем отбиться. Так, вначале вот это вот поставим. Пускай он немножко тут замороженным постоит у нас. О, энергия поперла. Давай еще подсолнух такой выставим с тобой. Так, у нас есть персик с тобой, да. У нас есть капелька и есть защита. Есть защита. Защиту я, наверное, сейчас поставлю сюда. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Идут гаврики. Так, нам нужно еще с тобой, наверное, выставить подсолнухи. Так, здесь заморозку поставим. Пускай пока постоит, подумает. Но я так понимаю, здесь и техника пойдет скоро. Для того, чтобы нам, ребят, здесь хорошо и комфортно себя чувствовать, нам нужны вот эти вот подсолнухи двойные. Так, подожди-ка, здесь у нас защиты нету. Нет, защита есть. Вот сюда поставим. Этого гаврика уничтожаем. Слушай, по-моему, тут напряжно как-то все будет. Вот, предчувствую, что будет очень напряжно. Наверное, надо будет очень много подсолнухов таких вот ставить. Тогда мы сможем с тобой иметь много энергии, ну и, соответственно, спокойненько здесь защищаться. Иди ты, слишком близко подошел. Давайте энергию выставляем сюда. Так, тихо, тихо, куда ты уже подошел слишком близко? Чересчур, я даже сказал. Так, мы поставим с тобой везде защиту, вот в виде вот этих голографических орехов. Ого, сколько у вас тут накопилось аглоедов. Куда нам еще надо поставить? Да, в принципе, везде защита стоит, все пока под контролем. Ох, с ведром надо бомбить, нехило, чувачка. Опа-на, только этих тут не хватало мне. Уничтожаем их, друзья мои. Уничтожаем. Слава богу, они такие изящные, так что много сил на них тратить не приходится. Поставим сюда еще защиту. Ну, в принципе, вроде бы неплохо все, да? Поставим заморозку. И подсолнухи. Нам нужны вот эти вот подсолнухи. Как можно больше, чтобы энергии нам давали, чтобы хватало с этими вот гавриками разобраться со всеми. Листочек. Ну, откуда ты прешь, а? Ну, откуда ты прешь? Ты меня раздражаешь. Идет он, довольный такой. Марширует. Так, вот здесь вот подобьем. Здесь то же самое. Еще одного. Так, наверху у нас довольно сильные, крепкие зомби. Что мы можем с тобой еще здесь замутить? Так, у меня летающих нету, к сожалению, да? То есть против летающих растения. Так что придется отбиваться. Вроде пока справляемся. Подсолнухи есть, все, нормуль. Ох, сколько вас. А если я применю листочек? Ха-ха-ха. Слушай, мне нравится этот. Как его назвать-то, я даже не знаю. Вот это вот растение. Не-не-не-не-не. Ребят, так дело не пойдет. Давай-давай-давай-давай. Вжариваем. Бомби по ним. Так. Тут двое, да? Они еще очень быстро двигаются за счет того, что... Сколько надо вот в этого бомбануть? Слушай, не так уж и много на самом деле. Ой! Тут зомби, оказывается, у нас прошел. Я даже этого не увидел. Вовремя спохватился. И вот этого гаврюшу нужно тоже уничтожить. 4 выстрела надо сделать, чтобы уничтожить его. Слушай, мне нравится это растение. И, по-моему, мы с тобой его получили. Но скажу тебе одно. Чтобы им хорошо пользоваться, нам нужно с тобой очень много солнечной энергии. Так, у нас следующая миссия. Накопить 6000 солнца. Как же я терпеть не могу вот такие вот уровни. Ох, ну что, придется здесь брать вот такой вот подсолнух. Так. Супер-пупер машины у нас, да? Как будем справляться? Возьму защитника сюда. Возьму сталью замедляшку. Так, бин обязательно здесь нужен. Возьму, наверное, блин, хотя его брать, он же тратит у нас, да, солнечную энергию. Ладно. Другого варианта все равно пока нету. Бонг-чой нужен мне. Бонг-чой. Так, кого бы убрать-то нам здесь? Хм.
Вот тебе проблема первая. Кого убрать? Бунчуй нужен, он нам пригодится. Я больше чем уверен. Может быть, вместо цитрона. Но цитрон тоже хорош. Ладно, я пока попробую вот таким вот образом сыграть. Можно было бы, конечно, сталью убрать. Но не совсем я уверен, что это будет хороший результат. 6000 солнечной энергии накопить. Блин, это проблема. Большая, причем для меня, я так считаю. Так, давай. Солнышко, подсолнух мой, вырабатывай энергию. А мы сейчас будем пока... Что мы будем? Ну, давай поставим сюда, наверное, защитника. Пока это замедленно идет, ребят, мы с вами можем... Потихоньку. Так, давай еще замедлим его. Пускай пока там стоит, думает. Подсолнухи, давайте, родные мои, работайте. О-хо-хо-хо-хо, пошли, пошли архаровцы. Давай вот так вот сделаем тогда. Откинули, да? Еще поставим подсолнух. Сюда, наверное, мы поставим защиту. И замедляшку. Пускай они пока медленно очень ходят. Мне нужно как можно больше подсолнухов здесь посадить, чтобы энергии было очень много. У меня же задача накопить 6000 энергии. Это, поверь мне, немало. Это очень немало, поэтому нужно постараться. Так... Этого откинем, этого откинем, этого тоже, если что, откинем. А вот здесь уже проходит чудик. Поэтому тоже его будем сейчас откидывать. Так. Пока все вроде бы хорошо, да? Так, лазербин пускай стоит. Будет прикрывать, если что. Так, здесь у нас нет уже стражника, поэтому надо выставлять. Лазербин сюда поставим с тобой. Пускай стоит. Все равно недостаточно, мне кажется, у нас энергии этой солнечной. Дай-ка я замедлю. О-о-о, явились, явились. Господа. Аглоеды. Так, мы с тобой только... Ой, совсем мало. Совсем мало мы накопили. Упс, а здесь придется вот так вот делать. Так, подбили. Дальше продолжаем копить энергию. Блин, там смотри, кто идет наверху. Я его попробую сейчас замедлить. Блин, тут надо очень быстро все это делать, потому что 2300 всего лишь. Сейчас еще волна пойдет. Сейчас еще побежит волна. Ой-ой-ой-ой-ой, ты куда это прешь-то? Ханорик, куда ты бежишь? Мы этого-то забомбим или нет? Или будем стоять, любоваться, смотреть на него? Давайте орудуйте, друзья мои. Сюда защиту поставлю. Так, 3000 энергии я накопил с горем пополам. Ну, блин, придется, наверное... Че придется-то? Придется вот так вот использовать листок. Смотри, что делает, а? Подбили мы его, отлично, хорошо. Фух, сколько там энергии? Мало еще, мало, ребят. 3600 только. Опа, вот этот нам не нужен здесь. Толкать сейчас будет, да? Давай вот так вот сделаем с тобой. Подбили? Подбили, слава богу. 4000 солнечной энергии. Совсем немножко осталось. Так, подбей, пожалуйста, вот этого вот гаврика. Стоит там. Мурыжит. Сюда поставлю подсолнух. Давай, 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 энергию мне. Срочно, срочно энергию. Так, здесь никто не пройдет, надеюсь. Так, здесь может... Нет, мы их сейчас откинем. Вот тут немножко мне не нравится, что происходит. Ну, совсем чуть-чуть осталось, и все. Можно будет, ребята, полностью переходить в боевой режим. 6000 солнечной энергии дайте мне как можно быстрее, пожалуйста. Этот подсолнух сидят, понятное дело. Но он здесь так стоит. Для формации. Окей. Ну. Так, друзья мои, почти, почти уже собрали. Остается совсем немножко.
совсем немножечко. Все. Теперь переходим в боевой режим. Теперь можно спокойно здесь тратить. Давай, прожаривай этих бусурманов. Всех, 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 всех. Абсолютно всех. Что, ты плохо понял, что ли? Я не врубился. О! Пошло дело. Бедный мой защитник. Бомбят его там. Поехали. Теперь можно тратить всю нашу накопленную солнечную энергию с полтычка. Я еще вот так вот замедляшку здесь поставлю. Ух! Пошло дело. Так, короче, мы выкапываем здесь с тобой один подсолнух. Ставим вот это вот растение. Готов огурец. Так, этого мы оттолкнем. Оттолкнем. На-ка. Я могу вот так даже сделать. Все очень пока прекрасно. Очень прекрасно. И я скажу даже более. Мы сейчас с тобой пройдем этот уровень. Обалдеть, энергии только солнечные. Кто-то писал, да, бери, говорит, Рэй, двойные подсолнухи, они тебя очень выручат. Возможно, ты был прав. Единственное, что пока вот это все расстроишь, да, вот эти вот подсолнухи, очень много времени пройдет. Ну что, подобьем мы с тобой этого ханорика шестиногого. Давай, бомбите по нему. Или вам надо подсобить? Ладно, подсобим. Жук. Все, рухнул. А мы, друзья, с вами переходим на следующий уровень. Денежки копятся. Мне нравится, когда у нас тут копятся. Кстати, я же накопил, друзья мои, брюлики. Пора их потратить. После этого боя пойдем с тобой и купим какое-нибудь растение за 100 бриллиантов. Так, что у нас тут? Я вижу опять этот механический робот. Здоровый, гигантский идет. Так, возьмем с тобой вот этот цветочек, он хорошо помогает. Возьмем персик, он глушит всю эту технику. Возьму вот так. Угу. Значит, здесь мы с тобой возьмем, наверное... Погоди. Упс. Я опять не могу использовать подсолнухи. В чем опять прикол? Вот объясни мне, в чем опять прикол? Что здесь нужно опять делать? Ну-ка, проверим. Дадут определенное количество... Нет. А, вот. Все, понял, все, понял. Так, мы вот таким вот образом с тобой будем пока все это собирать. Все, наверное, поняли, что это за уровень, да? Вот эти вот штуки будут взрываться, если мы на них кликнем. А пока будем вот так вот с тобой делать. Пока есть такая возможность. Солнышко, естественно, все это забираем. Так, вот сюда нам нужно что-то с тобой поставить хорошенькое. А что нам хорошенькое? Конечно же, лазербин. Он пробивает ряд целиком. Так что, тем более с этими, с начальными зомбарями, я думаю, никаких проблем вообще у нас с тобой не будет. Возьмем-ка еще замедляшечку. Пускай они тут медленно-медленно будут идти. Это нам даст небольшое превосходство перед нашим врагом. Так, здесь у нас стражник. Если что, он его откинет. В принципе, ничего сверхъестественного здесь нету. Так, он его откинет. А мы с тобой еще сюда поставим лазербин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Началось, ребята. Началось. Так, пускай подходит поближе. Мы начнем применять с тобой. Блин. А так? Так-так-так-так, тихо-тихо-тихо-тихо. Не подходим. Ближе вытянутой руки, нечего вам здесь вообще делать. Возле моих растений. Этот с ведром идет, а? На голове, блин. Жуткий типок. Так, нам придется, наверное, вот так вот сделать. Не хотел, не хотел, видит бог, но пришлось. Так, а этого, естественно, надо глушить. Погоди-ка секунду. Кулеш, вот ты приперся-то сюда, а? Вот объясни мне. Давай вот так вот, для подстраховки, ребят. Снесем ему... О, разорвало. Но это только начало, согласись. Это только начало.
Самое веселое будет еще впереди. Так, сюда тоже, наверное, нам придется все-таки поставить. Оп, не сломал. А так? Не сломал. А так? Ёпрасоты, еще этих танцор диска не хватало мне. Давай вот так вот сделаем. Бамс. Шикарно там разносит все. Замедляшку. Замедляшку. Так, подожди, по-моему, нам что-то с тобой надо активировать. Во-во-во-во-во, давай-давай, лети сюда. Готовы, хлопцы. Бамс, бумс, взрывы. Что, что, этот уже идет. Вырубили. Так, тут-то нам нужно с тобой защититься как-то. Давай постреляем, наверное. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сжег он мне все, ребят. Все, что было нажито непосильным, блин, трудом. Давай, родной, вжаривай. Блин, тут уже, смотри, что делает, а. Смотри, что он делает. Блин, что-то мне кажется, что вообще как-то не вариант, ребят. Тут он летит. А у меня энергии нету, ты прикинь. У меня, к сожалению, энергии нету. Все потратил. Откинул, красавчик. Красавчик. Что мы с тобой будем сейчас делать? Ума не приложу, что мы с тобой сейчас будем делать. Этот, конечно, палит не по-детски. Вот этот вот, вот этот вот, да, именно он. Давай, всех тут взрываем. Так. Замедляшку врубаем. Здесь взрыв на макаронной фабрике. Так, подожди-ка, еще надо взрыв сделать. Окей. Так, попробуем прожарить их маленечко. Прожарил, называется, ага. Так, минус один. Так, там еще идет целая армия. Не хватает энергии, друзья. Не хватает, к сожалению. Блин. Слушай, что так сложно-то? С флагом этот шлепок идет. Надеюсь, это последний громозека. Фух. Надеюсь на это. Так, что нам для этого понадобится? Давай поставим, наверное, вот так вот. Сделаем здесь с тобой взрыв. Ну ты видишь, что он делает? Что он творит? Стали, замедли его, пожалуйста. Дайте мне, знаешь что? А что я могу здесь делать? Молодец, защитник. Справился с поставленной задачей. А вот это вот не есть хорошо. Ну-ка, пошел. Дай энергию-то. Окей. Так, мы его, если что, еще, ребята, с вами вот так вот. Жжет, кого жжет? Не попал. А мы сейчас будем его бомбить. Да сколько по тебе надо бомбануть-то, чтобы ты рассыпал наконец-то. Ох, друзья, да. Вот здесь вот было сложновато. Вы сами видите, что у меня одна газонокосилка осталась. Чудом уцелела как-то. Ну что же, это был 19-й у нас с тобой день. Мы пойдем на 20-й. Ну, чем нас тут порадуют? Ёпрасоты, опять защищать эти звездочки нам нужно. Ну что же, подсолнухи, по крайней мере, есть. Кто нам здесь понадобится? Давай думать. Защитники, Сталия. Ко всему прочему, вот это вот возьму. Цитрон. Да, персик. Подожди-ка секунду, кто же еще? Бонг Чой, по идее, пригодится, да? Вот такая у меня получается команда. Ладно, рискнем. Рискнем, друзья мои, рискнем. Блин, ну вот как их защитить? Чтобы их не съели. Я надеюсь, не будет проигрыш, если хотя бы одного съедят. Если будет из одного, мне придется здесь подключать еще их магию. Да, наше заклинание. Давай сделаем замедляшку.
Ну, звездочки, по крайней мере, мне здесь тоже будут помогать на первых порах. Что есть хорошо. Мне бы просто высадить подсолнухи здесь вот ряд двойных, и было бы вообще великолепно. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, этот подходит, ребят. Чё же вас так много-то? Аглоеды вы такие, а? Идут. Да иди ты в лес. Так, пробуем. Неужели пробегут? Звездочки, вы... А, они бомбят и спереди, и сзади. Отлично, они подбили этих хануриков. Так, я что-то, ребята... О, тё-тё-тё-тё-тё-тё. Не надо. Вырубаем. Так, выставляем. Давай бомбить. А, бомбить, у меня нет энергии. Вот так вот, друзья мои. Когда нет энергии, ты фиг что здесь сделаешь. А этот еще прыгает. Пошел отсюда. Да, друзья мои, тут если у тебя съедает хоть одну звездочку, ты проигрываешь. Жесть, я тебе могу сказать. Переигрываем, конечно же. Но мне надо было, знаешь, что сделать? Сходить на огород и взять растение с ультой. Ладно, если я сейчас еще раз проиграю, мы обязательно с вами сходим на огородик и возьмем растение. Хотя можно и сейчас, по-моему, да, это сделать? Можно. Давай зайдем и возьмем. Кто у нас там? Посмотрим. Так. У меня здесь есть фасолька. У меня здесь есть лук. Бонг чой. Я думаю, он пригодится мне здесь. Возьму тогда репейник. Вот так вот. Не знаю, от редиски есть ли толк. И, наверное, лук. Мне кажется, лук будет всех своим дыханием уничтожать. Надеюсь на это. Ну что? Так, полей ко мне, пожалуйста, орешек. Ребят, попробуем вот такой вот командой с вами здесь поиграть. Бонгчой, все у нас под ультой. И это должно нам помочь здесь. Врагов очень много. Звездочки очень близко. Ну, тут как бы, ну, особо не разгуляешься, сам понимаешь, да? Цитрон, наверное, мы с тобой уберем отсюда. Также нам здесь вряд ли понадобится. Сталя пригодится. А, вот этого, наверное, я уберу. Защитник. Вот не знаю, что делать с защитником нам. Возьму, короче, лук сюда. И репейник. Не уверен на 100%, что это хороший вариант, друзья мои. Не уверен, сразу скажу. Но попытаться надо. Слушай, может быть, взять лазербин вместо кого? Вместо репейника. Давай, попробуем таким вот образом. Попробуем таким вот с тобой, Макар. Может быть, я зря взял двойной подсолнух. Он дорого стоит, 125 энергии. И попробуй тут, как говорится, все это расставить. Видишь, тут нужно и защиту сразу же делать. Ты понимаешь, да, о чем я? Так, ну, вначале замедляшка. В первую очередь, ребят, замедляшка. Так, посмотрим, как работает лук. Отлично, он работает. Я бы даже сказал, великолепно. Окей, листочек выпал. Нам нужно с тобой вот здесь, вот на этом ряду, выставлять защиту. Так. Вырубаем всю эту технику к ядрене фени. Лучок, давай, жги. Отравляй их. Сюда мы поставим бонг чой. Пускай развлекается. Ну куда ты вот прыгаешь? Ну куда ты, а? А звездочки, интересно, что делают под ультой? Йоу, просто нехило. Нехило, они вжаривают. Так, здесь пока мы перебьемся с тобой. Ой! Друзья мои, не доглядел маленечко, не доглядел. Так, давай вот здесь замедляшку с тобой врубим. Давай-давай-давай-давай, пробивай их. Это вот надо вырубать. Как можно быстрее. Так, еще мне дали. Да как же, блин, внизу, ребята. Внизу съели теперь. Ох, как сложно. Тут надо контролировать. Видишь, он еще этих упырей мелких выбрасывает на меня.
Короче, ребят, давайте попробуем с вами другой немножко способ. Уберем, короче, двойной подсолнух, да? Поставим обычный, одиночный. Также я уберу вот это вот все отсюда. Ненужное. Так, обычный подсолнух. Также я сюда возьму вот эту вот защиту. Тут еще этот толкунчик, блин. Фасоль. Фасоль нам пока не нужна, я думаю. Не пригодится она нам здесь. Может быть, вместо ореха взять эндуриана. Как-то так. Ладно, попробуем, друзья. Попробуем, короче. Блин, попробуем. Давай, подсолнух, вырабатывай. Короче, нам нужно с тобой сделать вот здесь защиту. Потому что сам видел, мелкие эти попрыгунки выползают, и начинается тут веселуха с тобой полнейшая. А на начальной стадии мы можем с тобой поставить вот эти вот орехи, которые будут нас тут, ну, прикрывать по мере возможности на первых порах. Но не забываем, что здесь пойдут эти прыгуны. Против них, я не знаю, может быть... О, ползет уже, ползет. Давай, 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 давай. Звездочка, бомбани. Бомбануло куда-то не туда. Ну вот смотри, что опять происходит. Давай вот так вот поставим. Он кого ест? Орех сейчас или кого? Нет, он... Эй-эй-эй-эй-эй! Вырубаем, вырубаем эти машины. Твою ж налево, а! Сталя, замедли, пожалуйста. Так, мне дали... Один листочек, один листочек всего лишь дали. Так, могу применить сюда, вот, наверное. Так, может быть, защитника сюда влепить? Поможет мне это как-нибудь? Так, вот эту вот машину вырубаем. Ну, куда ты вот прешь, а? Твою ж налево, хоть разорвись, называется, блин. Давай, Бин, вставай сюда. Так, попробуем вот таким вот образом отбиться от них. Фух. Так, это все надо гасить, всю эту технику. Так, нам кое-что выпало. Сейчас пойдет вот эта вот самая главная машина, которую нужно будет уничтожить. Вот, нет, это не она. Но это тоже мало чего приятного нам дает, если честно. Давай сюда сталью поставим на всякий случай. О, опять эти явились, не запылились. Мелкие прыгуны. Так, вырубаем тут всю эту технику. Так, у меня есть листочек, да? Есть. Давай попробуем применить. Что мне это дало? Нифига не дало, да, хорошего? Замедлили их. Замедлили. Так, замедлить-то замедлили. Блин, с энергией вообще, ну, просто большущие проблемы. Я смотрю вот за этим всем делом, да, что тут у нас происходит. Просто в шок впадаю. Опа, защитничек-то у меня здесь скушен уже. Так, еще одна, ребята, волна пошла. Вжариваем. Я не знаю, блин, как тут... Вырубать эту всю технику надо. Чертовые бабушки. Поехали. Мы хоть... На! Лазербин, давай вставай. По-моему, это последний, да? Ну? Ой-ой-ой-ой-ой. Он сейчас оттолкнет мне все эти. Да ты прячься, отталкивай его. Ну? Фух. Так, еще один. Блин, нельзя, нельзя этот орех выставлять. Можем только вот так вот его замедлить. Так, убираем вот этот подсолнух с тобой. И вот так вот. Да ладно, прошел.
Фу, как же я не люблю вот эти вот уровни, друзья мои, когда вот наше растение слишком близко к краю, откуда выходят зомби. Но, тем не менее, мы с тобой получили золотую газонокосилку. Спасибо вам большое. Ну что, мы поехали дальше. Угу. Так, Пенни тут что-то забубнила вместе с Дэйвом, как всегда. Опять 25. Я должен накопить 5000 солнца, да? Верно? Верно. Так, здесь будут летающие, да? Значит, с тобой делаем так. Берем сталью. Берем персик. Бин. Бловер. Возьму вот, наверное, цитрона. И кто бы нам тут еще бы пригодился? Орех? Орех. Давай, наверное, или же все-таки этого взять. Нет, орех. Ну что, ребята, поехали. Зря я, наверное, опять подписался на эти подсолнухи двойные. Но фиг с ним, посмотрим сейчас. Сейчас мы с тобой посмотрим, как тут вообще все пойдет у нас дело. Первый готов. А что такое 15 растений? Нельзя, чтобы съели мне 15 растений, судя по всему, да? Ай, как она долго копится, а, эта энергия. Так, давай мы с тобой сталью поставим, пускай она замедлит, пока он там еле-еле идет. А мы можем с тобой еще, наверное, вот так вот орех поставить сюда. Для защиты. О, еще один подсолнушек поставили с тобой. Так, ну я думаю... Ой, пошел, родной. Наверное, мы сюда еще с тобой поставим защиту. Пускай этот стражник стоит. Сталью также влепим. Чтобы они тут очень-очень медленно все это дело делали. А мы с тобой пока будем копить энергию. 5000 нам нужно с тобой накопить. И теперь я могу выставлять лазербин. Погоди-ка, я не понял, что я всего 9 растений могу... О-о-о, так тут еще вот какое ограничение-то. Ё-моёшечки. Все, друзья мои, я... Блин. Я теперь понял. А после этого, как я выставлю все, никого мне больше не дадут? Кого быть не может. Блин, это плохо. Значит, сюда поставлю еще, наверное, лазербин один. О, прилетели летуны на большом вертолете. Ну что, мы с тобой издуваем их, естественно. Так, что тут у нас происходит? Выставим сюда. 4 растения всего могу поставить я. Ну-ка, съешь, пожалуйста. 3 растения. Да ну, ребят, ну это бред какой-то. Что за... 3 растения, 2, 1. И что потом, все, что ли? Приплыли, называется? Или как? На что они вообще рассчитывают? Я не понимаю. Как я им тут должен потом, блин, буду проходить? Объясните-ка мне, пожалуйста. Все, 0, да? То есть я не могу больше никого поставить, кроме стали. Так вы хотите сказать? Ну да, что-то типа того, друзья мои. Что-то типа того. Давай применим с тобой удар. А здесь ты хочешь сказать, что я должен применять уже свою, да? Свою, так сказать, магию, свои заклинания. Молодцы, красавцы. Так, они мне один съели, значит, я могу один поставить взамен, так сказать. Я даже не могу сюда персик влепить. Понимаешь, не могу персик влепить. Недостоин я, елки-палки. Мне сказали, у тебя, парень, лимит по цветочкам. Играй как хочешь. Ладно. Если бы это хоть как-то помогло. Если бы это хоть как-то помогло. Помогло. О, слушай, ну на листочках я, может быть, как-то и выйду из положения, но ты не забывай, что мне нужно накопить подсолнухи. Ну, подсолнухи, энергию. А они что-то не особо тут хорошо мне дают. И причем волна заканчивается. То есть, судя по всему, фейл будет
Из-за того, что я не коплю, не накоплю солнечной энергии, верно? Вы на это намекаете, что ли, мне? Как они долго плодят, а, эту энергию. Ну, серьезно тебе говорю. 300 только насобирал. Я всех уничтожил, да? И фейл, потому что я не набрал нужное количество солнечной энергии. Так я понимаю. Хотя посмотрим, может быть, успею я. Да, успеешь ты тут. Сейчас цитрона, ну, пускай его съедают. Пускай съедает эти два подсолнуха. Газонокосилка все равно его забомбит. А я не успею, друзья. Ну и чё? И что вы мне прикажете здесь делать? Как мне насобирать 5000 энергии с каким-то ограничением? Фейл. Что я могу сказать тебе? Просто фейл. 5000 не накопил. Повторение. Поехали, ребята, переигрываем с тобой этот уровень. Знаешь, как мы будем сейчас с тобой поступать? Вот это вот мы уберем с тобой, он бесполезен, мне кажется, да? И и могу, наверное, я себе позволить здесь цитрон, цитрон, цитрон. Стали. Стали тут тоже, я так смотрю, особо не нужна. И вот этот абрикос. Ладно, давай вот этого просто защитника с собой возьмем. Ну и сталью, фиг с ним. Таким вот образом, поехали, друзья мои. Значит так, начинаем с подсолнухов, буду выставлять их, наверное, вот. Нет, так не годится. Так не годится. Поехали. Да на ты жуй. Все, съел. Довольный? Как удав. Подсолнухи. Сколько ждать можно, а? В конце-то концов. Ну-ка. Пускай здесь защитник у нас постоит. Я говорю, они очень долго, друзья мои, вырабатывают эту энергию солнечную. Очень долго. Ну что? Давай еще тогда одного защитника поставим. Ну а что делать? Ребят, пока я, ну никак, по-другому нельзя. Защитников съедят, мы с тобой что-нибудь взамен поставим. Что-нибудь, когда-нибудь. Тут, например, нужно поставить лазербин уже, влепить. Намек понятен, да? Лазербин. О, полетели, полетели птички. Лазербин, конечно же, надо выставлять сюда. Этих замедлить. Лазербин вообще хоть бомбит? Хоть стреляет по этому летающему-то, да? Вроде что-то делает. Какие-то попытки. Но. Молодец, подбил. Этого замедлить-то получится? Получится. Так, он там что проспрыгнулся-то, как кузнечик? Так, секунду. Вот здесь вот не пойдет так дело. Сюда стражника. Этот-то у нас как? Отдуплится или нет? Он пролетает. Он пролетает. Соответственно, он сейчас задействует газонокосилку. Ну и фиг с ним, пускай. Пускай задействовал, так задействовал. Что я могу сделать, ребят? Других вариантов все равно у меня нету. Из-за этой энергии, блин, солнечной. Опять, что ли, пролетит здесь? Можно тебя замедлить как? Все. Предел по растениям, ребят, предел. Ну, по крайней мере, уже 2400 я насобирал.
2400 я насобирал. Пора, наверное, вжарить тут. Любоваться тут еще на них. О! Энергия тут навыпадала мне. Прикольненько. Ну-ка, поехали. Защитника жуют. Так, тут-то нам надо как-то, я не знаю. Упс. Друзья мои, тут-то очень все плохо. Не надо было, да? Не надо было. Так, 3900. Неужели вот ради этого одного лохмадея приходится, ребят, потратить листочек? И ради вот этого тоже. Давай вот так вот сделаем с тобой. Вообще его вырубить. А как я его вырублю, если у меня... О, оттолкнули. Ну, последний, последний... Все, да? Последняя энергия. Блин, да что же ты будешь делать-то? Ну... Так, придется, ребят, мне их сдувать. Не хотел, но пришлось. Фу, вжариваем. Энергию, как ты видишь, я накопил, так что теперь можно все. Теперь можно расслабиться. Теперь можно и защитников ставить, кого хочешь. Тут никого уже, в принципе, наверное, не нужно. Хотя, кто его знает. Последний это не последний. Давай так вот сделаем. Будем отталкивать их, конечно же. Ага, отталкивать. Оттолкнул. Давай. Упс. Ага. Я думал, что это последний. Как же. Ну, будем бомбить-то сегодня или что? Или мне опять плюсы тратить? По ходу дела придется, да? Ёх, сколько их тут. Эй! Пошли прочь. Хоть бы чуть-чуть бы дали этой. Как она называется-то? Ты посмотри, что-то их так не было, по-моему, в прошлый раз. Уж так-то много. Вот что значит не взял с собой растения против этих летающих. Да ты посмотри, но... Ай-яй-яй-яй, как все запущено. Обрадовался деньгам. 20 тысяч у меня. Из этих подсолнухов пошли прочь отсюда. Всю малину, блин, мне испортили, а. Да, 4 тысячи, просто 4 тысячи из этих вонючих подсолнухов потратил. Все на них, блин, лишь бы пройти этот уровень. Вот, вот тебе и результат, ребят. Ладно, главное, что прошли. Поехали дальше. Ну что, следующий уровень у нас. Слава богу, без всяких тут накоплений. Просто бомбим в свое удовольствие. Конечно, бомбим в свое удовольствие. Размечтался. Что опять они тут придумали, а? Ну вот, ну серьезно, ну как это раздражает. 2250... Солнце мне дают, да? Играй как хочешь, опять называется. Со своими условиями, с этими дебильными. Ох. Так. Я даже не знаю, ну давай Бонг Чой возьму сюда. Что мне тут еще понадобится? Давай возьмем с тобой Чертополох. Ну и все. Цитрона можно взять. Дорого стоит, ну а что? Что делать? Сталью я взял? Нет, не взял. Где у меня сталия? Сталия запрещена, так же, как и многие другие. Тьфу ты, ядрить тебе на корень, а. Ну, и как? Вот, вот этими вот я должен сыграть эту каточку. Попробую. Бред, конечно. Let's rock. Двадцать второй день.
Давай. Бомбанем по ним, а что делать-то? Цитрон, выставляйся сюда. Все равно других вариантов пока нету. Хотелось бы что-то, но, к сожалению, ну никак. Цитрон один там, я не знаю, справится он, не справится. Внизу стоит один-одинешенек у нас. Есть ульта. Есть у нас ульта с тобой. Пока вроде отбиваемся. Да, я вот сюда поставлю, наверное, бина. И вот так вот сделаем. Ну, конечно же, этот хламон тут идет. А у нас на этой линии никого нету. Ну что, надо применять. Другого варика я не вижу. Так, смотрим, что еще нам тут можно с тобой замутить. Да ничего, если честно. Поехали. Жжик. Ой-ой-ой-ой-ой, друзья мои. Посмотри. Угу. Гаргантюа там пошел, да? Я ведь слышу его шажочки, так скажем. Ну, родные мои, вы забомбите их или нет? Ну, должны же подгасить-то, ёпрасете. Вырубили, наконец-то. Ты бомби по этим шитикам. Ай-яй-яй, у нас с тобой всего лишь... Ну а как, друзья мои, ну а как тут еще быть? Ну вот как, опять придется тратить финансы, блин, свои кровные. Нет? Справимся? Сомневаюсь. Вот это вот надо вырубить. Давай, 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 родные мои, бомбим, бомбим по ним. Чтобы они тут не встали, ничего не сделали. У меня больше листочков нету, понимаешь? А когда нет листочков, то ты вообще не алё. Хорошо, что внизу цитрон у меня бомбит здесь. Если бы он пошел бы вот здесь, этот трактор, мне бы пришлось, наверное, применять заклинание. А так цитрон ему сейчас тут накидает нехило. Ух. Не может быть, не может быть. Я сам своим глазам не верю. Но я прошел, друзья мои, прошел. Пока на сегодня самый сложный уровень был это со звездочками. Так, ну что, давай с тобой откроем, наверное, пиньяту. Глянем, что нам отсюда выпадет. 100 монет, да? Очень много. 3 цитрона. Это хорошо. Так, голографический орех. Чуть-чуть не хватило, чтобы его пропать. Так, друзья мои, мы хотели с вами что сделать? Купить растение. У нас еще квест, кстати, выполнен какой-то. Давайте-ка, наверное, мы с вами зайдем и заберем пиньяту еще одну. Так, посмотрим, что из нее выпадет. 100 монет. Так, голографический орех я могу прокачать. Так, магнифунг. Магнифунг. Все, да? Окей. Заходим сюда, друзья мои, в коллекцию растений. И давайте смотреть, что же нам с вами приобрести. Покупаются только те, что за гемы. Кто-то мне сказал, что бери вот этот гриб. Да? Этот гриб, гипногриб. Ах, так, а что у нас еще позволено взять? Только лишь гипногриб. А, авокадо, да, еще у нас тут есть. А вот это что за виолет? Что-то она мне не внушает доверия, если честно. А может быть, огненный горохострел? Так, у них сколько тут по атаке? 175 он стоит, а 40 атаки, 40 дамага. Ну, этот мы знаем, что делает у нас гипногрипп. Он просто захватывает врага под свой контроль. А, у нас есть еще перец халапеньо. Мы можем взять за гемы. Да, выбор, конечно. Сколько стоит? 75 солнца всего лишь. Вот это вот
дамажит нехило, но он одноразовый, мы это прекрасно все помним. Хм. Как нам с вами поступить-то правильно? Кстати, вот этот вот покупается у нас. Сколько он стоит? Сколько нужно конфет, чтобы его... А, 100 конфет, а у меня всего 45. Какой-то странный ментол, что ли? Кто это? Мята? Только одно растение я могу купить, что ли, за конфеты, получается, да? Ну да, одно растение. Да, ребят, я даже не знаю. Авокадо взять? Гриб? Или горохострел? Огненный. Я, наверное, все-таки возьму авокадо. Может быть, я ошибочку делаю, но я хочу взять авокадо. Так вот, ребята. Тут у нас 29 гемов. Кстати, гемы тут можно накопить. Надо участвовать в чемпионатах. Потом проходит определенное время, и ты получаешь реворд. Например, за последний раз, вот за тот раз, я набрал... Сколько? По-моему, 60 гемов мне дали. Так, ну что, попробуем с тобой добраться сегодня вот до этой редиски. Хотя тут до редиски дойдем, тут и до босса. Давай, может, попробуем сегодня... дойти до босса, уж так и быть. Играть так играть, играть так по-крупному, да? Фух, ну что у нас тут? Что там я пропустил задание? Что там опять что ли накопить надо солнышки? Или мне показалось? Надеюсь, мне это показалось. Так, ну что, давай мы с тобой, наверное, стали. Возьмем авокадушку. Протестим, как она будет сидеть. Здесь что? Я, кстати, не прокачал орех. Орех же у нас получил уровень, друзья мои, я совсем забыл. Заговорился, замечтался, заболялякал. Ну, ты понимаешь, да? Возьмем цитрон, возьмем персик. Ну, вот такая вот. А, подожди-ка, я, знаешь, гварда. Ладно, попробуем с авокадо. Обычно гварда я беру с собой, да? Ну что, все нормально? Да, ребят, все хорошо. В плане все хорошо. Блин, нет, не все хорошо. Все очень плохо. 2200 солнышек я должен... максимум потратить на все эти дела. Ну как же я ненавижу вот эти уровни, а, друзья мои. Ну вот терпеть их просто не могу, ты понимаешь. Причем авокадо у нас оно одноразовое. То есть если я его использую, я больше не смогу. Да, и энергии всего 2000 осталось. Так, что мы с тобой можем здесь сделать? Нам нужно, по идее, нам брать бинов. Лазерных, конечно же. Лазерных бинов, чтобы они нам здесь помогали, защищали. Давай ты бомби. Он так долго перезаряжается, прям сутки. Ну, это я утрирую, конечно, но все равно долго. Подсолнухи, вы что, уснули, что ли? Вы будете мне вырабатывать сегодня энергию или как? Так, еще бина мы, наверное, с тобой поставим вот сюда вот. Нет, вот сюда. Конечно же, сюда. Так, ну, Бонг Чо здесь справится. Здесь будет две волны у нас, как ты видишь. Так, теперь надо вот сюда срочно кого-то влепить. Так, во-первых, надо... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну, в принципе, тут Бонг Чо может с этим справиться. А вот с этим надо уже работать через бина. Вот здесь бы как раз бы защитник мне очень хорошо помог бы. Очень хорошо, потому что он бы его отталкивал и... Он бы здесь отдуплился. Приплыли. Приплыли, называется. Ладно, давай сделаем так. Отдуплись, пожалуйста, а. Сгорел? Сгорел на работе, чувак. Давай. Молодец, забомбил. Так, здесь все пока под контролем. Что бы нам еще с тобой сделать? Тут же еще пойдут машины, ведь так? Я ведь не путаю. Я не путаю. Пойдут машинки здесь скоро. Хорошо, что стали хоть стоит ноль. Какая-то приятная новость. Хоть замедлять будет. А, вот они явились, блин, не запылились. Орлы невидимого фронта. Вырубаем эту канитель. Слушай, знаешь, чего нам не хватает здесь? Бин вот тут нам нужен. Упс. Так, мы как их, порвем сегодня или нет? Должны порвать.
Да, обязаны просто уничтожить их. Так, вырубись ты, а? Достал уже тут тарахтеть. Еще замедляшку сюда поставлю специально. Так, еще один листочек. У нас, кстати, с тобой очень много листочков. Будет сейчас full комплект. Энергии 775, которую мы только можем с тобой позволить потратить. Угу. Так, замедляшка сработала. Здесь тоже надо замедлить. И вырубить к ядрене фени эту технику, которая действительно напрягает. Так, листочек, подожди секунду. Куда? Вот так вот сделаем. Да. Обалденно сработало. Ничего не скажешь. Вжариваем. Да что как-то несуразно-то так. Но сработает, не сработает. Так, вроде бы все хорошо. Даже золотую монетку получили. Это, кстати, были последние у нас бойцы с тобой. Поэтому я могу спокойно использовать авокадо здесь. Так, последний ханорик. Ой, а почему это у меня здесь никого нету? А ну-ка давай-ка ультаника, пожалуйста. Справились ведь? Я так понимаю. Уложился тютелька в тютельку. Да, друзья мои, прошли мы этот уровень с вами. Противный, не люблю, когда какие-то ограничения вот есть по мере прохождения. Но все-таки мы справились с вами. И получаем редиску, или не сейчас? По-моему, сейчас должны дать, да? Так, у нас следующий уровень. Спаси солнечную бомбу. Какую еще солнечную бомбу? Может быть, не спаси, может быть, ну, тут будут падать они. Да, скорее всего, они будут падать, а мы должны здесь защищаться, как всегда. Как же я терпеть не могу, а вот эти вот всякие защити, спаси, сохрани и так далее и тому подобное. Давай, возьмем. Так, возьму сюда защитника, все-таки не буду его бросать, он нам пригодится. Так, вот это возьмем. И цитрончика вместе с кем? Цитрон у нас работает в паре вместе... Тут вот эти вот паршивцы очень сильные. Как против них быть? Против них нам поможет... Может, авокадо взять? Давай попробуем. Ну что, поехали. Будут падать бомбы сейчас сверху, да? Этот же уровень или нет? Да, этот. За счет них мы с тобой будем и уничтожать зомби, и копить себе солнечную энергию. Вот так вот весело они придумали. Идет, incoming. Ну, конечно же, Бина поставим. Ой, зачем я сделал такое, а, ребят? Не то я хотел. Слушай, ну тут, в принципе, если будут нам выпадать ульта, мы можем неплохо здесь. Смотри, тут по два, да? Плюс эти по центру. Слушай, должно прокатить, в принципе. Должно прокатить, причем довольно неплохо. Так, сталью поставим, пускай замедлит. Так, идет зомби противный. В колпаке. Колпачник, так его назовем. Я его могу взорвать, но я не хочу. Хотя хочу. Но не попал. Но не попал. Так, я здесь пока никаких проблем не вижу для нас. Ну-ка. Да ну, это бред. Стали, замедли, пожалуйста, этого хламона. Нечего ему тут подходить. Я уже говорил, на расстоянии вытянуты руки. Никого не подпускаем. Правильно, так, ему. Ну, ага. Давай копить энергию. Нам нужен еще с тобой. О, первый листочек дали. Спасибо большое, первый листочек получил. А вот, ребята, и говорюши. А вот и говорюши, которые будут нам сейчас тут мешать. Которые будут нам мешать всячески. Ну-ка, если я вот так вот сделаю. О! Как я их крутенько там. Давай, давай, в лаву, вставай. Блин, что ж такое-то? А, у нас здесь никого нету. А как же так-то? Почему? Получилось хоть что-то? Хоть что-то сработало? Сработало. Хоть что-то да сработало.
Что ты ржешь, а? Только не говори, что... Да, блин, такого быть не может. А нет, подбили, мы успели, ребят. Уничтожаем. Так, там у нас Гаврюша идет. Давай-ка вот здесь мы, наверное, замедлим. Бомбанем. Еще поставим. Пускай ультует, пока есть такая возможность, ребят, у нас. Уничтожаем к ядрене фени всех. Напалмом, нахрапом, как только можем. Бумс. Готов, партизан. Сталия, будь добра, замедли. Замедли этих упырей. Еще выбрасываем с тобой. Ах, как им не нравится. Как им не нравится, а. Зато как нравится мне. Если бы ты только знал. Прям благодать какая. Когда они тут... Кто? А кто здесь прошел? Ребят, я что-то пропустил по ходу дела. Я по ходу дела кого-то где-то что-то здесь пропустил. Так, мне этот совсем не нравится. Что тут у нас вытворяется? Так, надо эту машину вырубать. О! Так, а ты далеко, парень, собрался-то? Я не понял. Разогнался он мне тут. Ну. Так, Стали, замедли его, пожалуйста. Я думаю, в чем проблема? Проблема в том, что вот здесь у нас с тобой ничего не стоит. Ни здесь, ни здесь. Это надо исправлять. Ой, красота. Вырубаем эти тачки. Что-то вырубать не получается. Все, в отключке. Так, бум. Еще взрыв. А, авокадушку, пожалуйста, мне. Че она не сработала? Сработала. Секунду, мы так не договаривались. Ну-ка, замедлись. Так, ульта. Пора применять, ребят. Жарит, пыхтит, бомбит. Что-то только не происходит, ребят. Так, взрыв, взрыв. Я говорю, взрыв. И здесь тоже взрыв. Так, отлично. Пока вроде бы неплохо. Так, замедляшку. И ультушку. Давай ульту. Подбили? Подбили, голодранцев. Фух. Ну что, ребята, вот и редисочка. Что она делает, не знаю, но стоит она 0 манны. Точнее, 0 манны, 0 солнечной энергии. Тайл Турнип. Хм. Ну что ж, поехали дальше. Чувствую, скоро мы с тобой дойдем до босса замб... Ах, вот, мы уже дошли до него, ты прикинь. Так, ну, во-первых, мы с тобой откроем пиньяту. Я хочу посмотреть. Ну, это понятно, 100 монет. О! Так, он, по-моему, готов улучшиться, да? Ага, две вот эти вот редиски. В плане. Мне еще 5 карточек гуавы. А почему я назвал его авокадо? С какого вдруг перепуга-то? Если это гуава. Ладно, ребят, извиняюсь заранее. Я просто что-то подумал, что это авокадо. С какого-то вдруг перепуга. Это гуава на самом-то деле. Так, ну что, идем с тобой на растение и улучшаем. Во-первых, у нас орех улучшается. Отлично. Будет теперь еще немножко крепче. Контини. Ух ты, этот стебелек тоже хочет улучшиться. Поэтому позволим, да? Дамаг 575, нифига он бомбит. Даже вот эта вот редиска хочет у нас прапаться. Окей. И гуава. Что-то у нас так много. 250 дамага наносит она. Слушай, ну прикольно. Прапались, немножко потратились. Но это ничего страшного, друзья мои. Это достойно, это нужно. Ну, а теперь, наверное, мы пойдем на огород. Возьмем оставшиеся растения, которые у нас с тобой не собраты. Для того, чтобы побить этого босса-замбосса, который там хихикает и веселится. Ох, сколько у нас тут с тобой места освободилось. Так,
Неужели мне надо будет брать редиску? И вот этого. Ну, возьму, возьму, хорошо, так и быть. Надо использовать их. Так, значит, у нас с тобой редиска и фасолька на пружинке. Я не знаю, что там за босс-замбос, что он там делает. Сейчас посмотрим. Какой там упырь в будущем? Что он там, на какой машине, на какой технике он там будет выступать? Воу-воу-воу-воу, я уже понял, кажется. На каком-то... На каком-то типа пауке, да? Угу. Тык-тык-тык-тык. Ох, ё-моё, прикольно. Мне нравится. Так, ну опять же у него три полосочки жизни. Ребята, зачем я делал то, что не надо было делать? Потому что тут, сам ты понимаешь, да, почему? Лопухнулся я, короче, немножко. Что такое? Нет, парень, ты успокойся лучше. Твои летуны здесь не нужны вообще никому. Блин, самое противное, что попробуй попасть по нему еще. Смотри-ка, он плодит этих летунов. Так, нам нужно их сдувать. Желательно выставлять защиту. Окей. Так, подожди. Блин. Что делать-то? Придется использовать. Так, выставляем сюда Цитрона. И вот сюда. Также ставим Бина. Так, этих сдуем. Им тут нечего делать. Так, листики выпадают. Ой-ой-ой-ой-ой, что же он делает, друзья мои? Он... Да. Он уничтожает. Иди ты. О, неплохо, кстати, подбил я его сейчас. Смотри, он бедный в шоке пребывает. Летающие будут? Будут, как же без них-то? Без них никуда, верно? Так, цитрончик. Бин, 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 давай сюда выставляем его. Летуны, пошли прочь. Слушай, а мы же... Он, кстати, когда рот открывает, знаешь, что нужно сделать? Я только сейчас понял. Нужно в этот момент... Да. Во-во-во, неплохо. Так, тихо-тихо-тихо. Отвалите отсюда. Сдули? Слушай, смотри, что делает, а? Прожирает, гаденыш. Просто прожирает все на своем пути. У нас только с тобой фасоли лазерные вот это идет. Давай, летающих пока нету, да? Окей. Так, этого-то бомбанем с тобой. Летуны, где летуны? Я не вижу летунов, ребята. Пока, по-моему, пока их нету здесь, да? Секундочку, парни. Разойдись. Так, ржет еще так противно. Вот, вот сейчас нужно бомбить, ребят. Когда он рот вот свой вонючий открывает, нужно бомбить им по нему. Не-не-не-не-не, не надо вот этих вот тут гавриков, пожалуйста. Уберите их подальше от меня. Сейчас опять что-то здесь взорвет мне, да? Опс, просто вот так вот взял и смял. Вот такой вот он жук. Ну, друзья мои, мы его неплохо тоже с вами подбили. Ты сам это видишь. У него последняя полоска жизни. Он начинает психовать, плясать свою румбу, как обычно. А мы вот так вот сделаем. Мы хоть попадаем по нему вообще? Попадаем, все отлично. Все шикарненько. Ну и ну куда ты? Ой, друзья мои, у меня нету ульты. Есть, выбил. Выбил я ее. Слушай, а ты не приборзил мне, а? Чуркистан, толкает он мне, смотри. Что-то совсем мне это не нравится. Тут как-то замбос лютует. Замбос лютует, друзья мои. Смотри, что делает. Сталкивает. Давай сдувать. Блин. Листочек, слава богу, листочек. Опа, раздавил. Понял, что он сделал? Просто разбежался и раздавил всех моих растений. Есть.
Слушай, а почему здесь было всего лишь 25 дней? Обычно 30-31, а здесь вот так вот мало. Но, тем не менее, мы получаем с тобой статуэтку золотую космического зомби. Ух, да-да, Дэйв, мы справились. Можешь радоваться. Ну, а зомбос, как всегда, злится, психует, недовольный. И сматывается от нас в очередное измерение. Ну что же, друзья мои, мы с вами переходим на новую локацию. Так, ну вначале я заберу мою пиньяточку, которую я заслужил. Давай, пожалуйста, мне ее. Кто нам здесь достанется? Так, персик. Ага, я думал, я смогу его пропать. Нет, не смогу. Лазербин. И цитрончик. А цитрона смогу? Нет, всего лишь две дали, да? Карточки. Ладно. Слушай, неплохо дают тут, смотри-ка. После босса просто наяривают карточками меня. Так, и редисочка здесь вымыла. Оу, а это кто такой? Теневой горохострел. Теневой. Хм. Так, а что? У меня квест комплит, что тут? А, я еще получаю гемы. Сколько штучек? 5. 5 гемов заработал. Ну что, мне хочется посмотреть просто, ребята, одним глазком, что же за территория у нас тут с вами открывается. Dark Age. Ух. И уровень сложности здесь становится 4 перчика. То есть, друзья мои, еще будет лютее, чем было до этого. Кстати, многие говорят: Рэй, ты знаешь, что ты мог открывать все эти уровни? Ребят, я это знал еще с первого своего захода в игру, что здесь можно открывать, потому что тебе дают ключи для этих замков. Ну, первый опыт показал, что разбрасываться то там, то сям, ну, не особо хорошо. И поэтому я прохожу, как видите, все по порядку. Так, что у нас тут? Я думал, что мы что-то получим. Да, мы получим с тобой, как только откроем вот эту вот локацию и пройдем первый уровень. Ну что, друзья мои, это у нас темнота. Темнота, друг молодежи. А вы знаете, что в темноте у нас кто живет? Конечно же, грибы. И здесь, кстати, еще меньше уровней, всего лишь 19. Окей, ну что, дорогие друзья, на этой ноте я, пожалуй, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!